Эта история произошла со мной, когда я учился на первом курсе в морской академии. Равняйсь! Смирно! Начать большую приборку! С детства я мечтал о путешествиях, о кораблях, дальних странах, но попав сюда, понял, что до этого еще очень далеко. Как известно, первокурсник был самым несчастным созданием. Ранние подъемы, строевые занятия, бесконечные наряды и приборки ни на миг не позволяли расслабиться. Вертикальный, ограждающий угол. Здесь мы находим ориентир. Казалось, что от такой жизни можно сойти с ума, и даже трудно было себе представить, что впереди у нас было еще 4 года учебы. Последний месяц перед летними каникулами выдался особенно тяжелым, и только лишь мысли о плавательной практике помогали выносить все эти муки. Моря и океаны уже манили нас, ведь до ее начала оставалось всего несколько недель. О! Входи. Цаплин, на выход. К тебе посетитель. О, раз, два, три, четыре, пять. Мама? Здравствуй, сынок. С днем рождения. Это что у тебя? Днюха, что ли? Ну, да. Вот это новость! И ты молчал. Да ладно, ну днюха, что такого? Да слушай, что ты говоришь? Ладно, сколько тебе стукнуло? 18. А ну, Цапик, давай! Что берем? Пиво берем! Подождите, парни, я думал, просто чай с тортиком попьем и отметим. Да ладно, Цапля, какой чай? Цапля, не суети. Тортиком и потом закусим. Вот, правильно. Лоб, что берем? Ребята, ну, я даже не знаю. Завтра же будет построение, а потом, если с перегаром попали, то хана. У вас уже есть дисками. Цапля, ну ты на 18 лет пьет чай. Блин! Я не знаю, ребят. Это просто мама торт принесла. Я вообще не собирался отмечать. Цапля! Тебе 18 лет! Ты взрослый мужик, Цапля! Цапля, отрежь пуповину, ну! Слушай, ты мамулю с собой на практику возьмешь? А там палубу с дядей будет драить, да? Нет, конечно. Короче, Цапля, давай рожай, а? Ну не ломайся, Цапля! Цапля, давай! Ну ладно, чуть-чуть взять можно, только чтобы чисто символически! Отстань, ты прекрати! В натуре, Цапля, а то будешь нас как пряник! Я не пью! Я тогда пойду? Давай, Цапля, отправляйся, ну! Цапля! Минералку случайно не купи! Когда уж? Сейчас, пацаны, еще минут 15. А вы достали уже. Дежурный давно уснул. Кишка, глянь. Тихо. Пряник. Вставай. Вставай, пряник. Отстань, Мороз, я спать хочу. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Все спокойно. Ковы, не разливай же. Слушай, ты что, пили? Ну, что? Давай тост. А что я? Да давай. Ну не томи, лоб.
Короче, за пернатых! Давай! Давай по второй цапле. Ну? Это все. Что выдалось? Мысли все. Пива больше нет. Ну, я думал, мы чисто символически. Это что получается? Я полночи ждал, чтобы кружку пива выпить? Ну ты даешь, Саша. О, от души. Цаплин, ты понимаешь, что ты пацанам праздник испортил? Чё ты за человек, Цаплин, а? С днем рождения. Ох, царя небесного. Да, действительно, как-то мало получилось. А что теперь делать? Дверь в экипаж уже закрыта. Не знаю. Да все, Цаплин, расслабься. Что-то надо делать. Пойду в курилку, может, придумаю что. Да что ты придумаешь? Саша, Саша. Бакланты, а не цапли. Спасение прибыло. Какое спасение? Ло, к подвигу готов? Чё? В ларёк бежим? В смысле бежим? Ты ничего по мне придумать не мог? Пятый этаж, мороз. Правда, мороз, ну выпили хватит, а? Давай ложиться спать. Да чё ты стремаешься, ну? Сбегаем по-быстрому, туда-обратно. Казанков каждую ночь в ларёк мотается. Ну, глянь в окно. Ночь, луна. Приключения. Будешь что детям на старости лет рассказать, а? Ковыль, встань на страховку. Не, Мороз, я пас. Парни, встаньте кто-нибудь на страховку, ну. Не, Мороз, не вариант. Да тормозите, пацаны. Забудь, Мороз, погуляли уже. Сань, ты-то поможешь? Слушай, ты вообще мне в эту ситуацию не впутывай, хорошо? Я не собираюсь за вас отвечать, если вы сорвете. Типун тебе на язык! Ты сорвешься? Угу. Ну вот. Погуляли и хватит. Все, ложитесь спать. Цаплин, захлопни клюв и дуй в гнездо. Пряник. Пряник. Пряник, подъем. Мороз, я же сказал, я сплю. Угу. Кто тут у нас получил пятерочку по узлам, а? Какого черта тут происходит? Я спрашиваю, что здесь происходит? Так.
Вам что, непонятен мой вопрос? Что происходит, курсанты? Самоволка. Да кто вам? Фамилии! Фамилия! Лобанов. Твоя! Морозов. Фамилия! Курсант! Фамилия! Пряников. Лобанов, Морозов, Пряников. Все ясно. Доигрались ребята. Завтра рапорт у командира на столе. Товарищ дежурный по роте. Спокойной ночи! Парни. Ну, давайте что-нибудь придумаем. Я не хочу, чтобы меня из Академии отчислили. Пряник, это у тебя будет первый выговор. А у нас с Албом третий. А за что мне выговор? Я с вами никуда не лазил. Заткнись, пиво не пряник. Пил. Никто тебя не отчислит. Лоб, а ты как родителям скажешь? По телефону же не скажешь. Я тоже не знаю, как бы тебе сказать. Он хотел, чтобы я штурманом стал. Надо как-то сразу сказать. Парни, я думаю, выход есть. Товарищ капитан второго ранга, разрешите войти? Входи, Цаплин. Товарищ капитан второго ранга, разрешите обратиться? Да, обращайся. Я хотел бы признаться в дисциплинарном проступке. Ну, давай. Рассказывай, что он творил. Ребята ничего не виноваты. День рождения. Я поздно вернулся. Я крикнул, кинул камушек и разбудил курсантов. Лобанова, Морозова и Пряникова. Камушком. А они по шлангу затащили меня наверх. В кубрик. А дежурный вечером затал их за скручиванием шланга. А я притворился спящим. Испугался. Я хотел сказать, что ребята ни в чем не виноваты. Это полностью моя вина. Что за бред ты мне тут рассказываешь, Цаплин? Это не бред. Я действительно вчера вечером залазил по шлангу. Ты хоть знаешь, что положено тебе за твой проступок? Да. Строгий выговор. Строгий выговор! А ты так спокойно заявляешь! А все потому, что для вас строгий выговор. Это пустой звук. А знаешь что?
Думаю, я не буду давать тебе строгий выговор. Я поступлю иначе. Ты летом на практику собираешься? И кто тебя берет в штат? Греки? Так вот, я напишу ходатайство в отдел практики о перенаправлении курсанта Цаплина с греческой судоходной компании в наш порт на буксир. А этих трех орлов в греческую компанию в качестве моральной компенсации от Цаплина. Так что не стоит геройствовать, где не нужно. Вот у меня рапорт на них. Иди. Считай, что я не слышал все, что ты мне сейчас рассказал. Ребята ни в чем не виноваты. Это целиком полностью моя вина. Эх, Цаплин, Цаплин. Ну, раз виноват, значит виноват. Нормально все. В смысле? Никого не отчислят. Плюс трогач. Саня. Спасибо, Сань. Вернувшись от командира, я ни на секунду не сомневался, что он сдержит свое слово. Но вот чего я никак не предполагал, что на следующий день ребята напишут заявление о переводе на практику в наш порт и разделят наказание со мной. Саня! Сань, иди сюда! Ау! Сюда иди! Тихо! Чего? Он ее сломал! Да не ломал я ничего, я просто... Он ее сломал, ты понимаешь?